Добрый день, доброе утро, уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья. Очень приятно, что мы сегодня уже 23 раз все вместе в доме Батрушайтиса, в литовском посольстве. Очень рад, что вы поддерживаете каждый год эту идею. И приятно всегда вас видеть. Я очень много уже лиц знаю. Но есть и новые лица. У нас все время постоянно на конференцию добавляются новые лица. Это очень приятно. И, конечно же, я очень благодарен. И надеюсь, что мы на этой конференции почерпнем нового, потому что тема очень интересная. Две противоположности, вода и камень. Как мы их это сольем в одно, это мы будем смотреть. Два дня имеем, будем пробовать соединять воду и камень. Надеюсь, что будет интересно не только тем, которые подготовили свои доклады, но и тем, которые будут слушать. Они почерпнут много нового. И, может быть, это будет инспирация для других каких-то интересных работ. А сейчас, уважаемые дамы и господа, я хотел бы представить нового посла Литовской Республики, Ремигиуса Мотуза, и хотел бы позвать его на приветственное слово. Добрый день, уважаемые дамы и господа, я рад приветствовать всех собравшихся сегодня здесь. Особенно радостно, что эта конференция объединяла и объединяет три государства, три посольства, то есть Литвы, Латвии и Эстонии, а также ученых этих трех стран. В сложное время разногласия очень важно найти то важное, что нас объединяет, а не разделяют. Это общая сфера духовного, наука, культура и искусство. И мы рады приветствовать здесь всех, кто приехал сегодня к нам, в Москву, наше посольство из других стран, приветствовать всех, пришедших на конференцию. Наука, культура – лучший посредник и переводчик. Вода и камень – такое название сегодняшней конференции. Вечные и главные составляющие окружающего мира. Символы его прочности и его движения. И это можно из этого много извлечь много уроков. Противоположности сближаются, и мы исходим, находим общий язык в сложные периоды нашей жизни. Эта конференция, как упомянул уже наш атташе по культуре Александр Шимерец, уже 23-я по счету проходит стена дома, связанного с именем Батрушайтиса. Традиционно в мае 1998 года здесь устраивались чтения ему посвященные. Нота Батрушайтиса ясно звучит в нашей конференции. Поэзия и мир, символика камня и воды. Многие близко Батрушайтиса. Я хотел бы поблагодарить также представителям двух научных институтов Москвы, Института славяноведения Российской Академии Наук, Института мировой культуры МГУ, которые очень давно и плодотворно сотрудничают с нашим посольством в проведении конференции. Не могу не упомянуть покойного академика Владимира Николаевича Топорова и его ныне здравствующего коллегу академика Вячеслава Всеволодовича Иванова. Их огромный вклад в организацию конференции в этом доме совместно с Йозесом Будрайтесом, который был на протяжении 15 лет хранителем очага литовской культуры в Москве.
И мы рады, что эту работу очень успешно оглашает коллега, пришел по культуре, уже упомянутый Александрос Щемелес. Спасибо, Александр. Также хочу выразить особую благодарность идейному лидеру, можно сказать, душе всех прошедших и будущих конференций, уважаемой и дорогой нам Татьяне Владимировне Севьян. Которая, не жалея своих сил, не сил своих тоже коллег, уверенно продолжает начатое академиками дело. Мы надеемся, что достойно будем продолжать начатую эстафету и дальше. Желаем всем, еще раз поздравляю, плодотворной работы, хорошего пребывания здесь, в стенах дома Валтушайтеса, и хороших дискуссий, и хороших конференций. Спасибо. Большое спасибо, уважаемый посол. А сейчас я хотел бы дать слово все-таки душе конференции. Я просто подойду к вам. Не вы к нам, а вы к вам. Вот. Татьяна Владимировна Зарян. Спасибо. После всего, что сказал господин посол и господин Шимелес, мне остается только поблагодарить всех пришедших и сказать, что как бы это место не называлось теперь, для нас это всегда дом Валтушайтеса. То есть это именно дом с его теплом. С ним у меня связаны самые дорогие воспоминания, совместная работа сначала с Йозефом Удрайтисом, потом с Фаусом Лапеносом, теперь с Александром Шимелесом. И, конечно, я не могу сказать, что все, не только культурное атташе, но все посольство, послы, все всегда нам благоволили и помогали нам. И 23-я конференция, даже страшно сказать. И вот опять мы здесь, и опять нас поддерживает дух на этот раз всех балтийских стран. Мы раньше делали конференции по лингвистическому принципу, то есть балтийские языки, а сейчас у нас и угрофинская составляющая влилась. И все-таки для нас это не лето.